Николай Иванович Кокорин и его супруга всегда рады визиту социального работника. Самостоятельно мужчине-инвалиду и женщине, перенесшей инсульт, с домашними хлопотами не справиться. Жена ждет ее. Девушка хорошая, отзывчивая, добрая. Покупка продуктов, оплата коммунальных услуг, вызов врача, стирка, уборка, разговоры по душам. Далеко не все, что может предложить социальный работник во время посещения. Бывает час-два, бывает достаточно полчаса. Бывает и 3 часа, то есть все зависит от ситуации, мы работаем с живыми людьми. Сегодня надо нам одно, завтра другое. Сегодня больше времени надо уделить, завтра, возможно, его потребуется меньше. То есть все зависит от ситуации. У Галины Травиной 17 подопечных. Много тех, кому уже за 80, инвалидов. Такие люди требуют к себе особого подхода. С ними непросто, признается она. Однако внимание на трудности привыкла не обращать. Неравнодушие, пожалуй, одно из главных качеств социального работника. Я случайно попала в сферу соцобслуживания. Ну и получилось так, что я задержалась здесь надолго, поняла, что это мое призвание. Но это даже не работа, это мой образ жизни. Я живу на работе, я живу работой, всегда на связи со своими подопечными. От подопечных Галине Травиной благодарность за помощь и поздравления с профессиональным праздником.